И снова привет! Продолжаем рассматривать коллекцию супергероев. На этот раз это будет супергерой со страшным именем Дэдпул. Ну что ж, давайте рассмотрим его смертельное оружие поближе. Костюм супергероя Дэдпул окрашен в два цвета – красный и черный. У Дэдпул, так же как и у других супергероев, есть специальные приспособления для различного рода оружия. Ну вот, например, свои катаны он может держать как в руках, так и прикрепить их к своему костюму с помощью вот этих приспособлений. Вторым видом оружия супергероя Дэдпул являются вот эти метательные железные звездочки. Их также можно прикрепить к костюму супергероя. Третьим видом оружия Дэдпул является, конечно же, вот такая ракетная установка. Супергерои очень любят ракетные установки. Давайте прикрепим ее к его руке и посмотрим, как же оно стреляет. Вот. Здесь есть специальная кнопка. Нажмем на нее и посмотрим, что случится. Эту черную устрашающую руку Дэдпул позаимствовал у Венома. Цепляющиеся когти сливаются с длинными огромными пальцами. Дэдпул и его коллеги-супергерои спешат похвастаться своим оружием и поделиться им вместе с вами. Обязательно оставайтесь с нами на нашем сайте megadiscount.pl. До свидания!